Открывая форум, председатель регионального совета Ольга Полякова отметила, что сторонники партии являются активными участниками общественной, культурной и политической жизни региона. Используя в работе с населением самые действенные инструменты, такие как сеть дискуссионных площадок, проведение круглых столов и участие в реализации на Брянщине федеральных партийных проектов, сторонники улучшают партийный имидж, тем самым влияя на популяризацию членства в партии. За первое полугодие число сторонников возросло в регионе на 350 человек. И общая численность сторонников на сегодняшний день составляет 5048 человек. Число сторонников, принято в члены партии за первое полугодие, 314 человек. Приоритетной задачей в работе местных отделений совета на ближайшие полгода должно стать активное участие сторонников партии в избирательной кампании «Осень-2017». Поддержку партии идет более... где-то 60-55, а он сегодня рейтинг доходит до 60% от присутствующих, то есть от 600 тысяч этого предела, где-то 360-400 тысяч. А членов партии 20 тысяч. Кто наш электорат? Конечно, это наши сторонники, которые идут и поддерживают партию «Единая Россия». Поэтому вот именно действительно работа с этими людьми, она очень нужна. В завершении заседания были подписаны ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между общественными организациями региона и брянским отделением партии «Единая Россия». Дмитрий Кузнецов, Владимир Шелободов. События. Брянск.